Друзья, всем привет! Кто-то видел уже, наверное, в моем видео вот такой вот мой драйвейп, да, вейп для табака, для сухого. Вот, в общем, как он выглядит. Вообще, по идее, сюда забивается табак, да, но я немножко упростил систему. Я сделал такую, это из ручки-указки сделано, да, такую проставочку, ну, металлическая. Ну, вот. Ну, в общем, конечно, сборная такая, может быть, лучше медную трубочку найти какую-то, да. Но, видно, латунная. Это, кстати, крашеная, ну, блин, краску не знаю, как очистить. Ну вот, и короче, просто чтобы более плотное пролегание было, ну, по всей видимости, надо что-то более такое плотное туда и курить, потому что мне набивать, вытряхивать, потом неохота морочиться, мне проще сигарету, допустим, купил какую-то, вот, недорогие, да, сигареты, вот, чем, потому что табак, он дороже стоит, да, вот, который просто продается, я не знаю, я пока не дошел, я пробовал махорку курить, вот, ну, это, я думаю, еще буду курить, вот, и вот это вот недорогие сигареты, да, вот это уже, кстати, скуренные, по-моему. Да, она такая сухая становится, ну, немножко вроде потемнело с виду. Вот, сейчас я буду делать замес. Зря я, конечно, не крошил все хозяйство. Не для этого бумажку совсем приготовил. Ну, вот, сейчас буду делать замес. Это все прелюдия была. Буду делать жидкость. Ароматизировать, потому что мне вкус не нравится этот табака. Я хочу, вот, купил такой ароматизатор. Вот, купил основу, да. Это, значит, 70% глицерина, да, и 30% какого? Полипропиленгликоль, да, вот здесь можно посмотреть состав. Да, и с никотином эта штука. Может содержать никотин, но он, тут написано, что содержит. Производитель Екатеринбург, да, то есть это наша штука. Что-то я отдал, ну, я думаю, там подороже, вот, магазин, что-то, по-моему, 170 рублей, что ли, за эту банку. Это для вейпов, да, но я, так как это сухой вейп, ну, табак он мало дает, в принципе, дыма, вот этот вот сухой вейп, вот. И здесь что-то я смотрю, так вообще под самый помидор налили, от души. Вот. В общем, конечно, я не хотел пользоваться этими всякими совсем жидкостями, вот, но, тем не менее, пришлось к ним прийти, потому что это сухой вейп не дает совсем дыма. А мне дым хочется, как бы, да, просто чисто по ощущениям, поэтому я сейчас сделаю себе замесик. Я налил здесь бутылочки 10 мл и вроде как рекомендуют концентрацию, я особо не шарю, вот, на форуме почитал, рекомендуют концентрацию где-то 15% вот этого, да, ну это я так понимаю, сколько там, 15 капель, ну попробуем их сделать. Раз, два, три, четыре, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Пахнет прикольно, так, ну, какой-то банан, флейвор, ну, блин, не знаю, банан, не банан, есть какой-то вкус банановый слегка. Сейчас я попробую взболтать, посмотреть, что из этого получится. Будет ли банановый какой-то вкус. Ну, едва-едва, я, наверное, еще 5 капель добавлю. Пускай будет покрепче. Ну, не покрепче. 5, 6, пускай 6 даже. Потому что вкус такой, ну, не ярко выраженный. Не знаю, надеюсь, конечно, он будет какой-то как-то себя проявлять. Вроде где-то я даже читал, что там надо настаивать это. Вот, ну, не знаю. Ну, вообще практически не чувствуется. Ну, есть приятный такой какой-то вкус, как будто помады, что ли, губной, что-то. Вот. Не знаю. Просто понюхать его так не удалось. Я вот просто хотел какой-то банановый вкус, добавлю еще. Пускай будет. Потому что я же его не чистый буду курить. Вот, а буду просто там добавлять несколько капель в табак. И сейчас я покажу, как это сделаю. В общем, вот моя сигарета любимая, да, Рита. Дешевый. 47 рублей пачка. 47, да? Вот. Я сегодня пробовал кента. Ну, вообще ничего не это. Не очень хороший вариант, честно говоря, кент курить, потому что очень легкий. Вот, все-таки, наверное, надо сигареты сюда покрепче какие-то. Ну, пускай они не дешевые, да, но хорошие и крепкие. Я думаю, это будет лучший вариант. Вот так вот, в общем, я сделал. Вот, бумага здесь не сгорает. Вот, и попробую вот. Сюда, кстати, я поставлю сейчас на прогрев. Раз, два,
включилось. Поставлю на прогрев, потому что греется эта штука долго, адски, да, то есть здесь 4 минуты работает и выключается, да. То есть мне приходится где-то 2 минуты вообще нечего ловить, да. Я попробую прямо вот так вот налить, и не знаю, какой эффект будет. Просто эксперимент. Я пробовал просто обмакивать, так сказать, сигарету вот так, ну, не сигарету, вот этот вот окурок, да, по кругу, да. Вот, есть эффект, да, то есть идет дымок, вот. И жидкость, кстати, достаточно густая, она не особо впитывается. Ну, сейчас посмотрим. Посмотрим на эффект. Ну, пока надо подождать, я пока вот. Ну, чуть-чуть нагрелась, но еще не сильно. Я вот просто хочу рассказать по ощущениям. Вот сейчас уже начинает по горлу давать так лихо, но еще не идет такой сыроватый вкус получается. Вот, ну, уже чувствуется. Именно такой табачный какой-то конкретный. Ароматизатора вообще не чувствуется. Вообще. Посмотрим, что там происходит. Ну, пока ничего, собственно. Мне интересно, вот здесь испарится этот жидкость или нет. За счет температуры. Да, такой забористый. Надо как-то немножко по-другому курить, не так как сигареты. Да, кстати, предупреждаю, курение вредит вашему здоровью. Ну, я, наверное, это обязан сделать. Если вы не курили, не стоит начинать. Вот, кстати, пошел уже, похоже, жидкость пошла испаряться. Но пара все равно нету. Уже пошел пар слегка. Да, пар пошел, никакого, вот, кстати, нагрелось, зелененько сгорелось. По горлу сильно очень шибает эта штука, вообще конкретно. Ароматизатора никакого не чувствуется вообще. То есть так вот, как сигарету курите, глубоко затянуться очень тяжело, потому что прям бьет по горлу конкретно. Ну, вкуса, да, вкус вообще не ощущается. Вот этот дешевый табак, похоже, вообще ничем не перебить. Такой какой-то вкус, не знаю, ну, может быть, кто-то пил пуэр, да, вот такой, тоже вот землянистый, что ли, какой-то, не знаю. Затяг очень тяжело курить. Не знаю, у меня сразу кашель начинается от этого. То есть как-то вот не так, что-то, может, я делаю не так. Да, маленькую тяжку только делать. Так как сигареты. Блин, я столько лет курю, у меня с сигаретами, ну как я курю спокойно. Да, бывает кашель там, конечно, от них. Вот, но такого, чтобы вот от этого я прям вообще. Ну, очень тяжело это курить. Ну, пар пошел нормально. Вот реально вообще затянуться не могу. Прям вообще хоть плачь. Как будто не в затяг надо курить, ну так чуть-чуть как-то. Ну, кстати, раскочегарилось, пошел дым опять. Не знаю, что здесь происходит. Вот, ну, видно еще это. Здесь влажное все. То есть еще есть чему испаряться. Ну, кстати, видно, дым нормально идет. Раскочегарилась штука. Но ароматизатор я вообще не чувствую, абсолютно. И, кстати, сейчас вот сейчас уже не так сильно бьет. Там, видимо, что-то какое-то первое время выходит такое дикое, да, что вот оно прям, ну, у меня вызывает кашель резкий. А сейчас уже
Сейчас уже можно курить. Идет нормально. Это все, вот я вот этот печок курю. Я бы сигарету уже за это время скурил. Что самое интересное, вкус табачища еще идет. То есть, если любите долго курить, да, вот маслакать ее, она вроде как бы тут всего ничего. И, ну, фактически здесь курим без фильтра, получается, ее. Ну, единственное, только здесь смолы никакие, ничего не поступает. Здесь, кстати, вот эта вот штука, она разборная. Она, кстати, опять выключилась, не знаю, можно еще разок включить, пускай греется. Ну, вот эта штука разборная, можно туда, в принципе, фильтр ставить. И все, она еще продолжает куриться. Представляете, сколько уже? А, уже дважды. Я уже третий раз включил, да, то есть это 8 минут. И все какой-то несчастный сантиметр. Короче, надо как курить. Первую тяжку другу даете, чтобы он прокашлялся, и вот сейчас уже идет нормально, можно курить, она уже не такая противная. Разогрета и дым идет. Я не знаю, когда он кончится, честно. Я, наверное, слишком много жидкости, может, добавил. Ну, вот вы свидетели, все идет, идет. Не знаю, видно ли. Я надеюсь, видно дым, да, на камеру. Вот он все идет и идет. Все идет и идет. Я не представляю. Я надеюсь, девайс у меня не взорвется, не перегреется. Блин, все курится и курится. Нет, жидкостью так грамотно, конечно. Просто надо поменьше ее добавлять. Надо, я капель 2 или 3 добавил, надо одну, по всей видимости. Потому что, ну, это не дело. Ну, нужно по-хорошему скурить, чтобы все это вышло, да, чтобы там все очистилось, потому что нехорошо оставлять, потому что там загрязнится все. Надо все выпарить. Ну, все продолжает и продолжает идти. Ну, что самое интересное, это не табак дымит, да? Это дымит именно, ну, глицерин с пропиленгликолем, жидкость. Просто она так равномерно поступает через табак и... Блин, я чувствую, курю сейчас. Да, вот так вот. Ну, вкуса нету. Да, а может попробовать вообще мне капнуть вот этой вот просто ароматизатора сюда и посмотреть, как будет, эффект какой. Чисто вот ароматизатор. Сейчас есть вкус, да. Блин, приятный вкус такой стал. Ну, тоже похоже на базе глицерина. Это жидкость, потому что она еще продолжает парить. И приятный такой банановый оттенок появился. То, что я хотел, в общем-то. Но это пришлось добавить чисто. Я чувствую, надо один к одному это смешивать, где-то делать отдельный замес, потому что здесь много, мне надо было здесь поменьше глицерина в эту баночку добавлять. Ну все, я еще все курю. Она, кстати, нагрелась уже. Я думаю, надо выключать, а то я ее просто убью, потому что, ну, уже чересчур долго. Она, кстати, еще сейчас, так как нагрелась, она... Ну что, я здесь уже держусь. Губам, кстати, нормально, да, она не жжет, ничего. А вот, вот здесь, вот в этой части, ну, здесь сам нагреватель стоит, вот здесь аккумулятор. Где аккумулятор, нормально. Ну,
Ну, все. Ну, в общем, я закурил. Достаем. Все горячее. Вот такая вот штука, вот такая вот сигарета у нас здесь. Горячая, осторожно это. Сигарета такая высушенная уже. То есть все мы отсюда высосали. Кстати, я думаю, может еще этот табак даже можно покурить при большом желании. Вот, все, всем пока, спасибо за внимание. Надеюсь, было полезное видео. Поэтому я буду, наверное, замешивать. Где-то сейчас отдельно возьму тюбик и сделаю сюда побольше этой жидкости. Половину прямо за сандалю. Ну, потому что, конечно, хочется. Может, даже, в принципе, ну, чисто тоже не хочется, потому что я не знаю, есть ли в составе нее глицерин, пропиленгликоль, потому что так она на вид жидковатая. Вот, но, скорее всего, она на базе них сделана. Вот, то есть, как основа. Вот. И, соответственно, буду наслаждаться банановым вкусом. Все, всем пока, спасибо за внимание.